Уже подошла к концу уборка зерновых культур. Сейчас приступили к уборке подсолнечника и кукурузы. Работа в 2014 году проделана большая, и как результат Рассказовский район вошел в пятерку лучших районов Тамбовской области по сбору урожая. 164 тысячи тонн при урожайности почти 33 центнера с гектара. Таков валовый сбор зерна на сегодняшний день. А в планах Рассказовского района собрать 220 тысяч тонн зерна. В том, что достигнуть таких результатов вполне возможно, руководство не сомневается. Все хозяйства выполняют агротехническую работу в срок и качественно. Поэтому этот год стал богатым на урожай. Я бы хотел отметить работу... Положить на работу комплекс растениеводства следующих хозяйств. Это ООО «Рассказово», село Подоскляй, где у них урожайность составила на сегодняшний день 42 центнера с гектара. ООО «Рассказовское», директор Сергей Николаевич Пазанов, 38 центнеров. ООО «Липовка», директор Парнюк Вячеслав Владимирович, где урожайность составила тоже 37 центнеров с гектара. Неплохо работает у нас Новоникольская, получает очень высокий урожай, тоже под 40. Чтобы получить хороший урожай, необходимо работать. А чтобы селяне были сами заинтересованы в качественном урожае, руководство района провело заседание комиссии по легализации трудовых отношений с крестьянско-фермерскими хозяйствами. В этом году заработная плата рабочего составила более 20 тысяч рублей. Мы впервые в этом году у нас... объем инвестиций составит более 2,5 миллиарда рублей. Если в том году составит, объем инвестиций за год 1 миллиард 300 миллионов, то в этом году увеличится практически на 1 миллиард 200. У нас набирает, мощности, объемы в животноводстве свиноводческий комплекс «РАСК». Они неплохо работают, и у вас растениеводство, у них урожай более 35 центнеров. Практически выходят на полную мощность получения мяса свиного в живом весе на 13 тысяч тонн. Это очень, такой хороший показатель. Сейчас активно ведется подготовка почвы к посеву, чтобы в следующем году получить еще больший результат. Глава администрации Рассказовского района надеется, что в 2014 году район будет с высоким урожаем и хорошим финансовым результатом. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин, Новости ТВ Рассказово.